2500 лет назад Гаутама Шакьямуни открыл путь, выводящий существ из круговорота желаний, страданий и смерти. Его учение называется Дхарма, а сам он получил имя Будда, что значит «пробужденный». Священные ритуалы Тибета. Буддизм призван помочь нам избавиться от неведения и омрачений, но он не запрещает обращаться к воображению. Он говорит, что тело и ум взаимосвязаны, а укрощение чувств способно привести к просветлению. В этом основа тантризма, который до сегодняшних дней практиковался в великих монастырях Тибета. Тибетский буддизм, притесняемый теперь на родной земле, пришел на Запад. Эти церемонии исполняют монахи тантрического монастыря Гьюто. В медитации, используемой в этом ритуале, монахи фокусируют свое внимание на святыне, в которой сокрыта мандала. Мандала — это схема внешнего и внутреннего мира человека. Созерцая мандалу, монахи стремятся пробудить к жизни просветленные силы Будды, которые таятся в сердце каждого живого существа. Звуки призываний входят в сердце и пробуждают пребывающего в нем Будду. Этот уникальный древний стиль пения сохранился в монастыре Гьюто. Каждый монах здесь одновременно извлекает несколько нот. Пропетые таким образом целые аккорды способствуют призыванию Будды и оказывают просветляющее воздействие на наш ум. В Далхаузе у подножия индийских Гималаев
прекрасное место, где теперь разместился монастырь Гьюто. Основанный в Тибете в 1474 году, Гьюто — один из основных центров для изучения тантры в Гелугпе, одной из четырех школ тибетского буддизма. Таратулку — 115-й настоятель Гьюто. Основанный в Лхасе, столице Тибета, монастырь Гьюто вмещал более 900 монахов. Лишь сотни из них удалось бежать в Индию, когда китайцы закрыли все монастыри Тибета. Сегодня их число выросло до 200, включая молодых монахов в возрасте от 7 до 14 лет, которые проходят обучение в монастыре, чтобы затем стать преемниками старшего поколения. Молодые монахи учатся, не покладая рук. Они должны выучить наизусть множество текстов, постичь их толкование. Лишь после этого они получают посвящение на освоение тантрических практик. Каждый из монахов также осваивает ремесла, чтобы помочь своему монастырю. Они работают по 7 часов в день, 6 дней в неделю, за исключением дней, когда проходят большие церемонии. Создание мандал — особое искусство монастыря Гьюто. Для некоторых церемоний мандалы строятся из цветного песка. По завершении ритуала мандала разрушается, чтобы подчеркнуть приходящую природу всего сущего. Тантра говорит, что человек может воздавать почести высшим существам, только если сам является высшим существом. Для этого необходима медитация, где божества представляются в мельчайших деталях. Когда человек в точности воссоздает в своем воображении образ божества, то различие между ним и тем, что он видит, исчезает. Это божественный союз. Долг полностью посвященного монаха — думать о благе всех существ и прилагать усилия на этом пути. Для этого монахи каждый день читают медитационные молитвы. В ходе таких ежедневных молитв монах вбирает в себя силы призываемого божества, которые затем он может направить на принесение пользы всем, кто повстречается ему на пути.
Сегодня те монахи, что приняли приглашение исполнить ритуалы на Западе, получают в качестве благословения традиционные белые шарфы от бывшего настоятеля. Группу возглавляет теперешний настоятель Тара Тулку. Тара Тулку говорит: если будет мир во всем мире, буддизм будет процветать. Потому что буддизм зиждется на размышлении и имеет в своей основе абсолютную истину. Учитель, Будда, который открыл эту истину, указывает нам путь, чтобы мы безошибочно достигли места назначения. Первые тибетцы были кочевниками. На земле твердой, холодной, по большей части бесплодной, где ледяные ветра обдували бескрайнее плато и оторванные от мира долины крыши мира. Вести оседлый образ жизни было очень трудно, материальный прогресс шел медленно. Но в этой горной стране человек, усмиренный монотонностью жизни и безудержными силами природы, обращался к исследованию своего сознания, встречаясь с мощными силами иных миров. Из этой конфронтации с миром духов, добрых и злых, выросла древняя шаманская вера Тибета — Бон. Бесстрашные и воинственные тибетцы в VII веке собирали дань с китайцев и непальцев. В это время царь-воин Сунгцен Гампа принял буддизм. Тибетцы величают его первым царем Дхармы. Он наставил тибетцев на путь мира и сострадания. Молитвенные барабаны теперь можно видеть по всему Тибету. Веком спустя второй царь Дхармы Трисонг Дэцен пригласил из Индии буддийского тантрического наставника Падмасамбхаву. Падмасамбхава считается эманацией Будды и средоточием его тантрических учений. Он трансформировал шаманские вероучения Тибета в буддийские. Гневные божества буддизма — это бывшие демоны и духи Бона, которые стали защитниками Дхармы, а не ее противниками. В силу внешнего сходства бонских и тантрических ритуалов, тантризм очень быстро распространился в Тибете. Индийские святые странствовали по стране, обращая людей в буддизм и изгоняя демонов. Падмасамбхава ввел так называемые танцы лам, персонажами которых стали божества и святые.
После правления дхармических царей политическая верхушка утратила свое единство из-за враждебности боских священнослужителей. Последовал период жестоких гонений, но буддизм вышел победителем. Монастыри стали островками мира и спокойствия. Постепенно их влияние в государстве возросло. Священные тексты, привезенные из Индии, были переведены монахами на тибетский язык. Рожденный в 1358 году в Восточном Тибете, Джадзан Капа, великий реформатор, основал новую школу буддизма. Ее последователи получили имя гелугпинцы, или добродетельные. Город-монастырь Кумбум был возведен двумя веками позже на его родине. Джадзан Капа учил своих последователей никогда не выпускать из виду высших идеалов буддизма, обета не покидать колесо бесконечных перерождений до тех пор, пока все существа не достигнут высшего просветления. Учеником Джадзан Капы был первый Далай-лама. Далай-ламу почитают как живое и активное воплощение Чинризига, Будды сострадания и главного охранителя Тибета. У тибетцев много признанных перевоплощенцев, таких как этот мальчик. Он Тулку, просветленное существо, сделавшее сознательный выбор вновь воплотиться на земле и приносить пользу всем существам. Дрикунга Тхундуп, перерождение Джадзан Капы и ученик первого Далай-ламы, основал тантрический монастырь Гьюто в 1474 году. У Гелугпы появилось множество последователей по всему Тибету. Под руководством Далай-лам именно эта школа привела к слиянию духовной и светской власти. Дворец Патала в Лхасе был возведен в конце 17-го столетия пятым Далай-ламой. Пятый Далай-лама известен тем, что объединил страну под знаменем буддизма. Лхаса, с возвышающейся над ней Паталой, стала центром правительства, в состав которого входили и монахи, и миряне. Христианская миссия под руководством отца ордена и иезуитов Джейзи Дерри была тепло встречена в Лхасе в 1716 году, но мало чего добилась, не сумев победить лам в прилюдном философском диспуте. Далай-ламы продолжали править объединенным Тибетом на протяжении 18 и 19 веков. Тем временем правительство Китая заставило Тибет закрыть свои границы для иноземцев. Тибет оставался закрытой страной до рубежа 20-го столетия, когда из Европы прибыли исследователи, дипломатические миссии. В 1904 году, во времена правления 13-го Далай-ламы, на территорию Тибета вторглись британцы под командованием полковника Фрэнсиса Янгхазбенда. Тибетцы предоставили китайцам решать эту проблему. Политический конфликт между тибетцами, китайцами и британцами был разрешен подписанием конвенции в Шимле в 1914 году, в которой британцы гарантировали сохранение независимости Тибета.
Незадолго до своей смерти в 1933 году 13-й Далай-Лама услышал о том, что китайские коммунисты разрушили буддийские монастыри в Монголии. Он предсказал, что вскоре подобное произойдет и в Тибете. Он также предрек, что вскоре не останется Далай-Лама, что религия и воспоминания о прошлом будут вырваны с корнем, и что его народ лишится родной земли. Он предупредил тибетцев, что они должны готовиться к дням и ночам, проведенным в страхе. В октябре 1950 года китайская коммунистическая армия атаковала Восточный Тибет и на следующий день оккупировала Лхасу. Тибетцев заставляли признать правительство коммунистического Китая. При этом китайцы обещали сохранить статус и функции Далай-ламы в том, что касается буддизма. Тибетцы упрямо не желали признавать светскую власть Китая, и вскоре стало очевидным, что китайцы вовсе не собираются держать. Далай-лама проводит диспут по вопросам теологии и метафизики с высокими ламами. По обе стороны от него сидят его учителя. Победа ему вовсе не гарантирована. Сперва он должен отвечать на вопросы, задаваемые ему экзаменаторами. Теперь его черед задавать вопросы им. Успешное завершение экзаменов отмечают танцами. Джоканг, главный храм в Лхасе, стал местом его заключительного экзамена перед собранием 20 тысяч монахов. Он проходил в дни тибетского Нового года. Ровно годом спустя китайцы, столкнувшись с вооруженным сопротивлением по всему Тибету, попытались свергнуть Далай-ламу, видя в нем символ борьбы за независимость этой страны. Когда народ Лхасы поднялся на его защиту, Далай-лама принял решение уйти в изгнание, в Индию. За ним последовали десятки тысяч тибетцев. Бунт был подавлен, и все виды религиозной деятельности в Тибете были запрещены. Монахи монастыря Гьюто прибыли на Запад 14 годами спустя. Лондон, июль 73 года. Don't get excited.
Его святейшество Далай-лама. Некоторые люди в зале могут задаться вопросом, разве можно показывать тантрические ритуалы светской публике? Это же тайные учения, скажут они. Разве можно показывать их для развлечений? Однако внутренние процессы, сопровождающие ритуалы, и озарения, получаемые в медитации, невозможно увидеть глазами. При этом весьма благоприятно наблюдать внешнюю сторону ритуала, ибо это рождает в уме связь с данными практиками и раскрывает заложенный в нашем уме потенциал. Опираясь на свои внутренние переживания, йоги могут исполнять определенные ритуалы на благо общества, например, церемонии освящения изображений, предотвращения природных катаклизмов и эпидемий, управление погодными условиями. Хотя крайне сложно практиковать и полностью осознать суть тантры, тибетцы всегда собирались, чтобы посмотреть на внешнюю сторону ритуала, подобного тому, который вы увидите сегодня. Назначение этой церемонии — благословение храма и священных изображений. Будд призывает в храм и просит оставаться с монахами, посвятившими свою жизнь служению всем существам. Они совершают подношение сандала, который смешан с водой и превращен в пасту. Это подношение символизирует их желание очистить деяния тела, речи и ума. Я омываю тело Будды, дабы очистить тела всех существ. Я очищаю речь Будды, дабы очистить речь всех существ. Я очищаю ум Будды, дабы очистить ум всех существ. У Будды очень много проявлений, мирных и гневных. В мирной форме Манджуши является воплощением мудрости. Гневная форма Манджуши носит название Ямантака.
В этой церемонии Ямантако призывают как главу правосудия. Он наказывает злодеев, награждает добродетельных и побеждает Яму, бога смерти. Настоятель получает серебряную чашу, наполненную смесью меда и масла, символ золотой мази, наносимой на глаза. Подобно тому, как искусный глазной врач может снять поволоку с ваших глаз, пусть Будды избавят вас от неведения. Настоятель берет в руки зеркало. Все дхармы как отражение в зеркале, ясные и чистые, безмятежные. Их не постичь умом, не описать словами. Все они появились в силу закона причин и следствий. В руке монах держит дорджи, символизирующий природу ума, ясную, прочную и нерушимую, как алмаз. Это искусные средства, с помощью которых достигается просветление и вселенское сострадание, которое приходит вместе с просветлением. В левой руке дильбу, или колокольчик. Он звонит, потому что пуст. Будучи лишенным самости, он символизирует беспрепятственную мудрость чистого ума. При его звучании метод и практика тантры звучат в один голос. По повелению гуру Ямантаки, колесо дхармы будет вечно вращаться во благо всем живым существам. Lord.
Чинрезик, Будда безграничного сострадания. Чтобы защитить всех живущих, он является в облике гневного Махакалы, черного владыки всепроникающего осознавания. На ужасном кладбище, в сандаловой роще, полыхает огонь мудрости. Искореняя врагов Дхармы, шестирукий великолепный Махакала подает мощный голос, заполняя вселенную звуками Дхармы. Рожденный из пространства пустоты, по сути своей неотличной от мирной формы, но теперь принявший гневный облик, прогони врагов Дхармы, внутренних и внешних. Великий Махакала, приди. Великий черный Махакала, приди. Черный Махакала великой благости, приди. Великий охранитель Дхармы, приди.
Пусть все Будды, что мы призывали, войдут в наши сердца и останутся с нами и со всеми живущими навечно.